пятницу в Самарской области пасмурно с прояснениями. Пройдет дождь, днем плюс 6, плюс 10, ночью 1-3 градуса выше 0. Ветер сильный, юго-западный 6-8, порывы до 17 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, осадки в виде дождя. Светлое время суток плюс 6, в темное 2 градуса выше 0, юго-западный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, дождь, днем плюс 6 градусов, ночью плюс 2, юго-западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 7, ночью плюс 1 градус, юго-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.